Специальное предложение только сегодняшнего дня. Это леггинсы от бренда Fabadi. Это бестселлер бренда. Это суперхит телеканала Shopping Show. Натуральная шерсть, она не просто согревает, она дарит вам самые приятные ощущения того самого терапевтического сухого тепла. Сегодня представляет эту коллекцию Ольга Крупина, которая является экспертом бренда, официальным представителем в России и технологом бренда Fabadi. Оля, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, в чем уникальность именно этих леггинсов? Уникальность этих леггинсов, дорогие наши дамы, конечно же, в том, что бренду Fabadi, моему любимому бренду, с которым я уже много лет сотрудничаю, удалось совместить, на мой взгляд, несовместимые вещи. Первое – это, конечно, эстетика, внешний вид. И мы видим, как на девочках действительно комфортно, элегантно, очень достойно и благородно смотрятся эти леггинсы. Поэтому даже на работу мы можем в них выйти, и будете вы всегда очень благородны. Дальше. Это, конечно, комфорт. Что такое комфорт? Это прежде всего удобство ежедневного ношения вот таких вот леггинсов. Целый день можете в них проходить, не будет жарко, не будет никаких аллергических реакций. Ведь это натуральная верблюжья шерсть, 90% верблюжьей шерсти. Мало того, здесь используется нежный, тонкий и очень теплый пух верблюда. Вот почему эти леггинсы не прибавляют нам лишних сантиметров или килограммов, а наоборот делают эффект стройной, подтянутой фигуры. Посмотрите, как сидят по ножкам. Нигде не сборятся, нигде не морщатся. Это тоже очень важно. Надеваем, и наша кожа тоже скажет нам спасибо. Почему? Потому что в составе еще ланолин, который мягко и нежно ухаживает за нашей кожей. А циркуляция крови, микроциркуляция за счет того, что мы используем только шерсть верблюда, 90%. Ну и, конечно, цветовую палитру мы тоже подготовили. Конечно, для того, чтобы леггинсы стали вашей главной фишкой модной. Итак, у нас для вас есть несколько модификаций. Называется вот это, восточные узоры. Цвет у нас есть бежевый, горчичный, серый и черный. Далее у нас с вами модификация зимние узоры. Коричневый, серый и черный. Далее модификация завитки. Этот цвет называется коричневый, бежевый, посмотрите. Классика, это полностью без какой-то там, без орнамента. Это горчичный будет в заказе называться, коричневый по факту. У нас есть вот такой вот серый цвет и вот такой нежный бежевый. Какой красивый, невероятно. У нас есть восточный узор страйп, да, мы видим с вами вот такие шортики. Этот цвет будет называться коричневый и черный цвет мы видим с вами. Далее, цветочные узоры, это коричневый цвет и черный цвет. Вот они все модификации. Сразу хочу сказать, что если вдруг в вашем размере не оказалось нужной вам модификации, они все потрясающие. Забирайте, звоните, заказывайте. У нас количество ограничено только в рамках празднования дня рождения. Вы получаете цену, которой не было никогда. 1999 рублей. Посмотрите, ваша праздничная скидка 60%. Цена при оплате картой сразу 1899 рублей, но и при этом вы еще и получите 1500 баллов в подарок. Успейте потом их потратить на покупки на телеканале Shopping Show. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Любимый бренд Fabadi. Как выбираем размер? Размер, кстати, выбрать очень легко, потому что идет размер в размер, и он еще и сдвоенный. От 48 до 58 вы можете выбрать. Соответственно, если, например, вы носите 48, мы берем 48, 50, да, и так далее. И еще раз хочу подчеркнуть, что, конечно же, невероятный комфорт, высокая посадка. Ну, а вот расскажите, Оль, про бренд Fabadi. Это кто создал этот бренд? Два брата создали этот бренд, Батар и Джаргал. Собственно говоря, они жители Монголии, и они выезжают, конечно, уже в другие страны, но опять возвращаются и говорят, нет, наш дом, да, наша родина, это, конечно, именно то место, где мы должны быть, где мы должны создавать вот те самые, я бы назвала это даже произведением искусства в своем роде, потому что действительно вещи все красивые. Почему это удается? На самом деле все, что выходит под брендом Fabadi, все создано с любовью, с огромной.
Сами братья очень хорошо изучают саму шерсть, ее свойства. Они знают, какими свойствами обладает каждый из вариантов шерсти. Например, верблюжья шерсть. Как она умеет снимать какие-то болевые синдромы, отеки. Как она работает на суставы. Как она может предотвращать какие-то даже простудные заболевания, снимать напряжение мышц. Ланолин, о котором я уже сегодня говорила, это, я бы сказала, одно из чудес. Что это такое? Да? Это животный воск, который получается из животного жира. И именно он работает еще и с нашей кожей. Mm-hmm. Многие, может быть, будут волноваться, а вдруг какие-то аллергические реакции от шерсти, да? Mm-hmm. А вдруг какие-то неприятные колкие моменты? Нет, дорогие мои, 90% у нас верблюжьей шерсти, она мягкая, она нежная и полностью гипоаллергенная. А вот какими свойствами она обладает? Как она согревает? О, как она согревает! Это мягкое, сухое тепло. Посмотрите, пожалуйста, сейчас, да, вот мы видим пояс наших леггинсов, очень красивый узор, и поговорим сейчас о шерсти, именно о шерсти верблюда. Действительно, материал очень легкий, потому что сам волосок у верблюда, он полый, и получается, да, само изделие очень легкое, не электризуется, сохраняет изначальную форму даже после долгой носки. Воздухопроницаемость высокая, абсолютно никакой аллергии, никаких покраснений или зуда, дает хорошую микроциркуляцию крови, что очень важно, работает с суставами, это все свойства шерсти, да, снимает какие-то отеки, снимает болевые какие-то неприятные моменты. Ну и, конечно же, да, это вот красота, эстетика, удобство и комфорт в носке, то, что сейчас демонстрируют наши девочки на подиуме. Посмотрите, мне очень нравится, как они сидят, но то, что сейчас наши девушки еще и вот чувствуют, но об этом, конечно, отдельно. Вы знаете, я обожаю бренд Fabody. Как только я надеваю изделия от этого бренда, сейчас на мне и жилет, и пояс наш главный товар дня, подарочное предложение в честь дня рождения. Тело сразу расслабляется, оно сразу говорит спасибо. Это настолько приятные, настолько естественные, комфортные ощущения, что вы сразу же... Вам спокойно, вам хорошо, вам тепло, но нет парникового эффекта. Это настоящее удовольствие, это настоящая нега для вашего тела, особенно для тех, у кого аллергия. Полина Константиновна из Иркутска, где очень холодно, мы знаем, дочери 18 лет, она пару раз простужалась по-женски. В прошлом году купила себе и ей у вас леггинсы. Очень рекомендуем, не замерзните, а здоровье сохраните. И это правда, дорогая Полина Константиновна, это настоящее удовольствие, это ваше здоровье, это стильный образ, высокая посадка. Посадка, сдвоенная размерная линейка и легкий уход. Звоните и заказывайте прямо сейчас.